Здравствуйте, меня зовут Пузанова Евгения, я уже несколько лет являюсь секретарем в клубе спортивного палочного ножевого боя «Фратрия Фортис» и достаточно длительное время наблюдаю совершенно разнообразные соревнования по ножу. И не только по ножу, и, как правило, оно происходит в серьезной такой напряженной атмосфере. В этот раз я вынуждена заметить, что соревнования прошли очень мягко, очень спокойно, но при этом на высоком профессиональном уровне. Я очень довольна тем, что я увидела от бойцов. Я очень довольна тем, что я увидела от работы судейской бригады. В этот раз судейство было чуть жестче, чем обычно. Но это, пожалуй, даже к лучшему, потому что мы увидели, насколько хорошие у нас бойцы, насколько хорошо они умеют сражаться. И я хотела бы, можно даже сказать, проагитировать людей приходить хотя бы посмотреть на наши соревнования, потому что, как правило, это не оставляет равнодушным. Спасибо.